Южно-Сахалинская администрация будет сотрудничать с Белгородским госуниверситетом. Соглашение об этом подписали мэр областной столицы и ректор вуза. Ожидается, что взаимодействие позволит наладить совместную работу в сфере образования и научной деятельности. Университет Запада страны выбран не случайно. Это опорный вуз, обучающий специалистов строительной сферы. Для Южно-Сахалинска такие компетенции сейчас наиболее актуальны. В городе возводят и восстанавливают дороги, ремонтируют дворы. Учитывая, что у нас профильных таких университетов и вообще обучающих центров нет, с таким большим опытом, то вот это наше взаимодействие с Белгородским университетом как раз и будет очень актуальным. На встрече обсудили и перспективы взаимодействия. Возможно, в будущем студенты из Белгорода будут прилетать в Южно-Сахалинск на студенческую практику. Напомню, ректор университета Сергей Глаголев прибыл на остров в рамках интенсива «Архипелаг».